Ученики старших классов школы номер 81 отметили Масленицу. Варвара Сухорокова, ученица 10 класса, в роли ведущей выступила не только на празднике у старшеклассников, но и у школьников младших классов. Да, я считаю, очень весело даже вот нам как-то участвовать, вроде как уже более взрослые, но все равно это очень интересно. А мы репетировали, мы читали по ролям, отрабатывали свою речь. На празднике у школьников выступил фольклорный ансамбль старинной казачьей песни «Вольница». Школьники поиграли в русские традиционные игры, а завершилось гуляние чаепитием с блинами. Будут веселиться так, как это было в конце 19-го, начале 20 века. И вот сейчас хочу ребят познакомить, они об этом не знают, они это никогда не делали, и я хочу очень, чтобы они узнали это о нашей культуре традиционной. Боевой, у меня всегда боевой настрой, потому что я очень люблю этот праздник, и я знаю, что сейчас будет происходить. Я знаю уже ребят, они большие молодцы, и я уверена, что все получится. Праздничные угощения школьники готовили вместе с родителями. Дочка помогала, помогают. С бумагой все, он там крутила цветы, масленицу делала. Самое главное всегда блины, и не один день. И обязательно с медом, обязательно с клубничным вареньем. Готовим заранее варенье, под масленицу оставляем. Масленичная неделя – время веселья, повод провести время с близкими, попросить прощения и подготовиться к Великому посту. Александр Шугаев, Полина Чулюкова, Николай Епифанов. События.